Ехали на тройке с бубенцами, действительно как в песне. Жители Алтайского района на закрытии зимнего сезона смогли почувствовать себя героями сказки «Морозко». Не каждый день есть возможность прокатиться на тройке лошадей. Ну и на меня тоже. А на меня нет. Лошади в русской тройке располагаются в один ряд. Средняя, коренник, бежит рысью, а две крайние, пристяжные, скачут галопом. Одному управлять сложно, поэтому обычно в тройке два извозчика. Коренного надо держать, чтобы он следил куда, чтобы эти идут пристяжные. А второй вот держит пристяжные, чтобы голову держали, гнули, красивее шли. У каждого коня свой характер. Вот этот вот спокойный, его маленько придержать. Этому норовистый бежит, его надо наоборот придержать. Этого поднужнуть надо. Пока дети катались с горки, местные богатыри проверяли силу и выносливость 50-килограммовым мешком сахара. А самые юные делали первые шаги на лыжной трассе. Трехлетний Данил Козлов специально для этого тренировался дома в огороде. Любовь к лыжам досталась по наследству. Наш папа КМСник, выигрывал Олимпиаду в 2003 году, занимал много призовых мест. И также брат у него бегает на лыжах, занимается биатлоном. Ну, такая спортивная семья. Зимний сезон закрыт, но пока весна не окончательно вошла в свои права. По прогнозам, в ближайшее время ночная температура в Алтайском минусовая. Так что у жителей села есть возможность пройтись на лыжах по еще не растаявшему снегу. Яна Аксенова, Александр Захаров. Новости.